Всем привет! Добро пожаловать на обзор Range Rover 2006 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 1 200 000 рублей. Выражаю благодарность автосалону Авториал-16 за предоставление автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Закрыть, открыть. Давайте приступим. Цвет черный металлик. Это заряженная версия. Суперчардж. Черный кожаный салон. Вставляете ключ. Потрясающее изучение двигателя. Четырехспицевый кожаный мультируль. Перфорированная кожа. Упор для больших пальцев. Вставки Алькантара. Здесь установлен гидроусилитель руля. Рулевая колонка имеет электропривод и регулируется в двух плоскостях, по высоте и, соответственно, по вылету. Так что удобное положение вы сразу подберете. Здесь установлен датчик света и датчик дождя. Сейчас давайте включим фар, противотуманный фар, также дальний свет фар. Регулирование яркости подсветки приборов. Включим аварийную сигнализацию. Все четыре стекла полностью автоматические. Сейчас давайте откроем капот. Подсветка, ниша для вещей, для водителя. Здесь установлена пневмоподвеска, она имеет три уровня. Сейчас выставлен самый высокий уровень. Диодные фонари. Великолепно смотрятся. Декоративный спойлер, интегрированный стоп-сигнал, антенна, камера заднего вида. И заряженную версию можно узнать по черному значку Land Rover. Обычно он зеленого цвета, а тут он черный. Четыре выхлопных патрубка. Датчики парковки задние. Девятиспицевые 20-дюймовые легкосплавные диски с шинами Yokohama. Размер шин 265 на 50. Самое высокое положение пневмоподвески.
автомобиль практически 1,90 м или 1,95 м в высоту. Указатели поворота. Алюминиевая вставка также. Тормозные механизмы Brembo. Обогрев лобового стекла. Ксеноновые адаптивные фары, диодные вставки, линзованная оптика, омыватели фар, передние датчики парковки, касается технической составляющей, то здесь установлена V-образная восьмерка, 32-клапанная, расположение двигателя переднее, продольное, объем 4,2, мощностью 396 лошадиных сил, тип наддува, объемный нагнетатель с механическим приводом. Максимальная скорость автомобиля составляет 210 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 7,5, расход топлива в городском цикле это 26,3, в загородном цикле 14,8 на 100 км. Объем топливного бака составляет 105 литров. Привод полный. Клиренс автомобиля составляет 270 мм. Передняя подвеска независимая на пневмоэлементе. Задняя также независимая на пневмоэлементе. Тормоза передние дисковые вентилируемые, задние дисковые. Снаряженная масса автомобиля составляет 2560 кг, полная масса 3100 кг. Объем багажного отделения составляет 997 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличится до 2091 литра. Длина автомобиля составляет 4972 мм, ширина 1956 мм, высота 1902 мм и колесная база 2880 мм. На холостых оборотах двигатель практически не слышно. Сейчас, детально рассмотрев экстерьер автомобиля, давайте перейдем к интерьеру. Панели дверей обтянуты мягкой черной кожей с черной строчкой, мягкий подлокотник. Премиальная аудиосистема Harman Kardon Logic 7.
деревянные вставки, ниша для вещей, полный электропакет, электрорегулируемые зеркала с подогревом, влево, вправо, вверх, вниз. Они имеют электропривод складывания. Электростеклоподъемники, блокировка стекол. Потрясающее внимание каждой детали. Алюминиевые накладки на порогах. Рекомендации по давлению в шинах. Коврики с надписью Range Rover. Электрорегулировки имеет водительское сиденье, также и пассажирское. Три позиции памяти на само сиденье для водителя, на рулевую колонку и на зеркала. Стандартно продольные регулировки по высоте спинки сиденья. Подголовник. И по четырем направлениям электрорегулировки имеет поясничный подпор, что особо актуально в дальних путешествиях. Деревянные вставки, также на центральной консоли. Торпеда обшита мягкой кожей. Также центральная консоль. Потрясающее качество сборки и отделочные материалы. Сейчас давайте послушаем, как звучит двигатель. Потрясающее звучание. Очень оборотистый двигатель. Автомобиль имеет пробег 111 259 км, температура за бортом указывается, управление бортовым компьютером, сколько вы пробыли в пути, дата, расход, сколько осталось до заправки, средняя скорость, вся необходимая информация для водителя. Я думаю, вот этот датчик мигает, это что-то связано со светом. Управление круиз-контролем. Обогрев рулевого колеса, управление аудиосистемой, клавиши регулировки звука, переключение между станциями, либо поиск станции и, соответственно, голосовое управление. Экран мультимедийной системы, тачскрин дисплей, главное меню. Также здесь есть навигация, но необходим DVD-диск для активации самой навигации. Основные установки, такие как язык, и, соответственно, здесь все понятно. Единицы измерения, это мили, километр в час, температура, расход топлива. Различные предустановки для аудиосистемы, настройка часов, формат, дата. Установки дисплея, то есть отключение, соответственно, яркость и так далее. Все можно настроить. Голосовое управление, климат-контроль можно оставить, чтобы он работал. Вот такие основные настройки меню. Бортовой компьютер. То есть текущий расход топлива, средний расход топлива, сколько осталось до заправки, до пустого бака, температура за бортом. Можно сделать сброс, скорость, предупреждение, и, соответственно, сам бортовой компьютер.
информация о полном приводе. И, кстати, сейчас я хотел бы вам продемонстрировать такую интересную вещь. С той стороны встроена камера. И она передвижная, с подсветкой. Сейчас я вам покажу. Чтобы на экран вывести, нужно нажать вот на эту кнопку. Полноэкранный режим. Сейчас я ее достану. Тут порт, где она заряжается. Я, конечно, точно не знаю именно для чего она, но я так думаю, допустим, если вы где-то едете по пересеченной местности, либо заехали на оффроуд какой-то, карабкаетесь по камням и так далее, наверное, это просматривать какие-то слепые места можно, где вы ничего не увидите. И также здесь есть, сейчас я вам покажу, здесь есть подсветка. Такая подсветка, она, я думаю, наподобие инфракрасной подсветки или как диоды. Вот. И вы можете практически все вот в таком режиме просматривать. Либо просто положить на торпедо. Такая интересная вещь. Я первый раз, если честно, ее вижу. Так все можно просматривать. Моя первая догадка — это для оффроуда система. Для просмотра вот каких-то слепых зон, получается. А возможно и не так. Если кто знает, в комментариях можете написать. Тут показана камера, кнопка включения-выключения и подсветка. С полноэкранного режима сейчас мы выйдем. Соответственно, вот здесь она заряжается. Подсветку тоже сейчас я выключу. Вот такая интересная система. Информация о полном приводе. Соответственно, компас. Навигация, как я уже говорил. Сейчас необходим DVD-диск для самой активации. Это управление телефоном. Посредством Bluetooth-связи можно соединить телефон и принимать звонки. И настройки аудиосистемы. Это радио. Основной экран. Это CD. CD-ченджер здесь на 6 дисков. Это, соответственно, TV. Телевизор. И радио. И если вы не хотите пользоваться экраном тачскрин, все эти кнопки продублированы. Основные. Звук, настройка звука, высокие и низкие частоты. Кстати, наверное, микрофон камеры не передаст то потрясающее звучание от этой аудиосистемы. Непередаваемые ощущения. Центральный замок. Двухзонный автоматический климат-контроль. Передний и задний подогрев стекол, соответственно, температура. Подогрев сидений. Две ступени имеет, как для водителя, так и для пассажира. Автоматический режим. Регулировка оттока воздуха. Кондиционер. Рециркуляция. Автоматическая рециркуляция. Личные зоны. Отключение системы динамической стабилизации. Dynamic Stability Control. Пневмоподвеска, о которой я уже вам говорил, имеет 3 уровня. Сейчас мы находимся на самом высоком. Ее также можно принудительно заблокировать. Автомобиль плавно опускается. Аналоговые часы. Открывание крышки багажника. Отключение датчиков парковки передних и задних. Прикуриватель, либо можно использовать в качестве розетки. 6-ступенчатый автомат. Спортивный режим. Возможность ручного переключения. И особенно мне понравился вот этот звук механического переключения. Камера заднего вида с датчиками парковки. И автоматически также зеркала опускаются для более удобной парковки.
помощь при спуске и понижающий ряд передач. Ручной тормоз в кожаной оплетке. Подстаканник. Бокс для мелочевки, центральная консоль, розетка. Он охлаждаемый, в качестве холодильника можно использовать. Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением. Здесь установлено 10 подушек безопасности. Макияжные зеркала с подсветкой. Поручни, притом они утоплены в крышу. Потолок обтянут кремовой кожей. Подсветка, штурманский свет. Контейнер для очков, она по тканью. Лектор-люк полностью автоматический, дефлектор. Также шторка. Боковые солнцезащитные шторки. Потрясающий внедорожник. В автомобиле шикарная обзорность, огромные зеркала, высокая капитанская посадка. Управляешь, наверное, как яхтой или лайнером. При этом возвышаешься над транспортным потоком, высоко сидишь. Прекрасный британский внедорожник. По идее, здесь многое от BMW, сама техническая составляющая, вся начинка и плюс британский благородный аристократизм. Британский аристократ, на котором можно выехать и на бездорожье, и одновременно появиться на светском мероприятии. К эргономике существенных претензий нет, по тактильным ощущениям все кнопки, все рычажки, к ним приятно прикасаться. С нужным усилием все здесь, до мелочей все продумано. Великолепный внедорожник. Сейчас давайте заглушим двигатель. Возьмем ключи и переместимся на второй ряд сидений. Второй ряд сидений, он тоже очень просторный. Пепельница. Он также оснащен системой ISOFIX для крепления детских удерживающих кресел, регулируемые подголовники. Спинки сидений можно сложить. Кармашки вещевые. Подогрев сидений для второго ряда, он имеет две ступени. Прикуриваете, либо можно использовать в качестве розетки. Дефлекторы вентиляционных отверстий. Два раздельных подлокотника. Как для водителя, так и для пассажира. Подлокотник. Светка, вешалка. Как я уже говорил, поручни они утоплены в крышу. Также вешалка. Интерьер оформлен в стиле дорогих яхт. И при моем росте в 188 сантиметров. Над ногами мне еще достаточно места, и над головой еще очень много места осталось. Сейчас давайте посмотрим, насколько вместительно багажное отделение.
вместительный багажник. 9 для навигации, руководство по эксплуатации. Шторка, чтобы закрыть вещи. Розетка, подсветка. Знак аварийной остановки. Здесь разместилось запасное колесо. Ключок для собака. Стаканник. Электрорегулировки имеет также и пассажирское сиденье, за исключением позиции памяти. Перчаточный ящик принудительно можно закрыть. Сидит ченджер на 6 дисков. Перчаточный ящик он обит тканью с подсветкой. Изумительный британский внедорожник. Потрясающими динамическими характеристиками, отличной управляемостью и великолепной проходимостью. Особенно меня удивила аудиосистема Harman Kardon Logic 7.
на этом обзор Range Rover 2006 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и увидимся в следующий раз.